Разница между красками по ткани за 140 и 350 рублей. За 140 рублей у нас краска фирмы Деколо, производство Россия, а за 350 краска фирмы Акриликс, производство Бразилия. Нарисуем одну часть рисунка Деколой, а другую Акриликсом. И сразу первый большой минус Акриликс, что их намного сложнее приобрести. Продаются они всего лишь в одном магазине в России, а Деколо вы найдете в каждом художественном магазине. Второй, но менее существенный минус – акриликс хуже смешивается, чем Деколо. По укрывистости краски практически одинаковые. Несмотря на небольшие минусы, скажу про самый главный плюс краски акриликс. Роспись акриликс получается намного мягче, чем с Деколой, что идеально подходит для росписи тонких и мягких тканей, например, футболка или худи. А Деколо подойдет для более плотных, например, джинсовка или шопер. Тест на прочность будет в следующем видео.